Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и мой вам совет, сядьте покрепче, потому что прямо сегодня я покажу самый дорогой инвентарь самого богатого трейдера в мире по Stand of 2. Это не шутка, это не пранк, и о этом трейдере знает практически каждый. Ну что ж, дорогие друзья, начинаем! Ну а перед началом данного ролика хотел бы вам разыграть M9 Bayonet Scratch. Чтобы получить, тебе надо первым поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать любой хороший комментарий плюс свой ID. И третье, посмотреть все видео от начала до конца без перемоток. К вашему вниманию представляю обновленный сайт GG Stand Off. На него добавили новые кейсы и добавили новые скины с обновления 0.14.0. И конечно же, в честь обновления на новые кейсы скидка 50%. Тут ты можешь выбить даже перчатки. Тут есть бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получайте еще один такой же самый барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 40% обратно к пополнению. Также у них проходит конкурс на голду. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Stand Off — мой выбор. Для того, чтобы вы понимали масштабы всего этого, нам надо перейти на рынок. Мы заходим на рынок, и самый другой скин, на который мы видим в игре, это AWM Treasure Hunter. И мой вам, ребят, совет. Запомните эту аватарку. Как мы видим, у парня есть AWM Treasure Hunter. У него какая-то китайская надпись непонятная. Да, вот я сейчас смотрю, ничего не понятно. И 4 gold school. Ну, уже 1 миллион голды. То есть, уже кем бы он там ни был, это уже успешный трейдер. Потому что у него реально уже есть AWM Treasure Hunter. Но это только начало. 1 миллион голды. Дальше керамбита голд. Вот сейчас, ребят, посмотрите на эти аватарки. Опять и снова те же самые аватарки. То есть я еще раз говорю, это не постанова, это не фейк. Вы можете сами зайти на рынок и все это перепроверить. Считаю вместе со мной аватарочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 керамбитов голд. Ну давайте представим, что каждый керамбит голд стоит примерно по 80к, ну а он примерно так и стоит. Это получается еще 1 миллион голды. Уже 2 миллиона голды. Ну ребят, вы адекватны или нет? 2 миллиона голды, братан. Расскажи мне, пожалуйста, чем ты занимаешься, откуда у тебя сколько голды? Ну хотя ты все равно ничего не понимаешь, но, ребята, если наберете 10к лайков, то я возьму у него интервью. Да, это будет жестко, потому что он знает только английский, я английский знаю хреново, по-китайски я не говорю, и это будет реально очень жестко, но если вы наберете много лайков, то я для вас специально сниму интервью. Ну что же, полетели. G20 дворелик. Внимательно смотрим и считаем. То есть у него уже инвентарь на 2 миллиона голды. Охренеть, просто 2 миллиона голды. Так, считаем. Раз, два, три, четыре. 4 G22 релика. Опять те же самые аватарочки. Обалдеть просто, я даже не знаю, что сказать. Слушайте, очень даже круто, очень дорогой инвентарь. Это еще плюс 200к. Давайте округлим в меньшую сторону. Плюс 200к. Представим, что каждый по 50к. Ребят, уже 2 миллиона 200. Как им такое? Так, чарм очпочмака у него нету, зато у него есть FNFA лазеры. Оля, ребятки, посмотрите. Раз, два, три, четыре. 4 FNFA лазера. Охренеть, я даже не знаю, что сказать, но давайте их оценим тоже в 50к. Это уже 2 миллиона 400 голды. Это уже 2 миллиона 400 голды. А мы даже не дошли дальше 5-го скина на рынке. 2 миллиона 400 голды, ребят, как вам такое? Это уже, не знаю, квартира? Реально, это уже квартира, даже двушка в каком-то маленьком городке. 2 миллиона 400. Так, ребята, смотрим дальше. AWM Sport V2. Оля, ребятки, ща начинается самое интересное. Так, тут у него всего лишь один AWM. Давайте оценим его в 50к. Округлим больше в сторону, ничего страшного, потом поймете. 2 миллиона 450. Охренеть. ESP генезисы. Ну, этого парня однозначно они есть. Смотрим, смотрим, смотрим. Генезисы у него всего лишь одна штука. Но зато с крутыми наклейками. Зато с крутыми наклейками. Все, ребят, нормально. 2 миллиона 450 пока что его инвентарь. Смотрим дальше Gold School. Вот сейчас вы просто охренеете. Во-первых, какой-то негодяй перебил мою цену. Конечно же, ребят, надо это исправлять. 7211. Делаем вот так вот. А теперь смотрим рынок, рынок, рынок. Раз, два, три, четыре, пять. Это уже 2,5 миллиона. Если взять, к примеру, каждый Gold School по 10к, это получается 2,5 миллиона голды мы уже нашли на рынке. Как вам такое? А ну-ка, AKR Treasure Hunter. Ну, сейчас будет просто лютейший трэш. Сейчас вы просто потеряете сознание и будете в шоке, потому что, ну, я не знаю, как это писать словами, но этот парень просто красавчик. Так, ну что же, полетели. Вначале мы просто посчитаем, сколько у него AKR Treasure Hunter. Считаем вместе со мной. Раз, два, три. 4, 5, 5, 5. А теперь обратите внимание, что это за AKR Treasure Hunter. 4 наклейки нахрен, раз.
4 на наклейки 2. Притом посмотрите, какие наклейки. 4 наклейки 3. Охренеть. 4 наклейки 4. Охренеть, не встать. И 4 наклейки 5. Каждый из данного, каждый данный Трэша Хантера стоит примерно так. Смотрите, 4 наклейки 40 голды, плюс сам Трэша Хантер 10 голды. Стоит, получается, каждый Трэша Хантер по 50 голды в среднем. Охренеть, то есть у нас получается 2 миллиона 750. А? Ба? Лдеть! Почти 3 миллиона! Чувак, ты адекватный! Просто, ребят, я не знаю, братан, если ты меня понимаешь, please write me, bro. Я в шоке. Так, ну что, смотрим дальше, смотрим дальше, смотрим дальше. Гитбокс. Гитбокса нету, знаете почему? Потому что у него ID начинается на четверку. Значит, когда гитбокса добавили в игру, его тогда еще не было. То есть, его аккаунту меньше 2 лет. Как вам такое? Меньше 2 лет, и он за 2 года отродил инвентарь в 3 ляма. Так, ну сейчас смотрим. АВМ Винтерспорт. Сейчас, ребятки, будем открывать рты вместе со мной. 3 АВМ Винтерспорта, каждый из которых по 10к. Наклеечки довольно-таки крутые. Ну, вот новогодние наклеечки. Тут без наклеечек. И тут опять новогодние наклеечки. Довольно-таки неплохо. И мне, честно говоря, очень-очень нравится. Блин, братан, я просто восхищаюсь тобой. Так, G2 The Frozen. Как думаете, есть или нету? Ой-ё, и тут есть. Я просто любой скин, который не тыкну, я везде вижу его на рынке. Опять, ребята, я вижу 2 G2 The Frozen статрека. Посмотрите, охренеть, да еще и с наклейками, да еще и крутыми наклейками. Обалдеть, братан, ты просто сумасшедший. Просто ты сумасшедший. Я не знаю, может, он взламывает аккаунты, или, возможно, он миллионер, или он донатит. Откуда у него сколько голды? Если вы наберете 10к лайков, то я обязательно сниму полный обзор на его аккаунт, и я свяжусь с ним, и будем с ним общаться, и я спрошу все интересующие вопросы. Так, M-Strike Monster, тут у него вроде бы скинов нету. Давайте проверим. Да, тут... А, и тут есть, и тут есть. Чувак, ты псих просто, ребят. Я уже сбился, какая там цифра, но примерно 3 миллиона голды. Просто, ребят, посмотрите на все это. Примерно 3 миллиона голды. Братик, я тебе скажу только одно. Остановите мир, я сойду. Он сумасшедший, Poison. Ну, хотя Poison у него нету, фух. И Poison есть, и Poison есть. Нет, чувак, ты просто псих. А сколько стоит Poison? Poison стоит примерно 7к голды. Понимаю. Так, M9 Bayonet, ну, только не говорите, что M9 Bayonet есть. И M9 Bayonet есть! Раз, два, три, четыре, пять М9 байонету. Ребят, реально этот инвентарь дороже 3 миллионов. Я просто в шоке. Я хочу взять у нее интервью. По-любому есть. Зуб даю. А ну-ка, есть. Раз, два, три, четыре, четыре. Стикер Metal Red. Охрененимус. Каждый из этих наклеек стоит по 6 голды. Обалдеть просто, брат, ты сумасшедший. Кстати, пауков, на удивление, у него нет. То есть я уже готовился к этому видеоролику, пауков у него нету. Дальше метал у него тоже нет. Ой, не метал, а серпом у него тоже нету. Но зато у него есть G2 The Frozen. Ну а вы-то что думали? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 G2 The Frozen. Братан, пожалуйста, расскажи мне, пожалуйста, что надо делать, чтобы получить себе такой же дорогой инвентарь. Потому что я не верю, что он все это донатил. Скорее всего, он реально трейдил. Так, ну тут хотя бы нету. Вроде бы тут хотя бы нет его скинов. Ну а дальше уже пошли дешевые скины, и тут я его скином не видел. Давайте так, 9 некромансер проверю. Так, тут его скинул. А, и тут его скины есть! Охренеть, братан, ты психу. У него есть абсолютно все дорогие скины на рынке. Если вы видите скин дороже 10к, у него он по-любому есть в инвентаре. А представьте, сколько у него голды еще в инвентаре. А представьте, сколько скинов у него, которые не на рынке. Ребят, я про шоке! Что он делает? Остановите мир, я сойду. Так, ну что же, давайте прямо сейчас я скопирую ID, и мы попробуем его найти. Посмотрим, что же это за аккаунт. То есть мы видим, как мы видим, какую-то китайскую аватарку, ребят. Я не знаю, что это означает. Если кто-то это шарит, то, пожалуйста, переведите мне в комментариях. Так, дальше мы видим, какие у него звания. Мастер, а в первом сезоне у него была элита. Теперь давайте проверим, потому что он точно китайский трейдер. История матчей. То есть если он китайский трейдер, значит, по логике вещей, он играет с китайцами. Смотрим. И да, ребята, я был прав. Да, 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 у него абсолютно все его друзья, вот с которыми он играет, у них у всех китайские ники. Да, это реально китайский трейдер. Посмотрите, ни единого русского ника. Я просто в шоке, ребят. А ну-ка тут-то. Так, тут тоже, да, 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 тоже вижу 3 китайских ника. А тут-то, блин, ребят, вы психи. Тут раз, два, три, тоже 3 китайских ника. Ребят, я просто в шоке, брат. Единственное, что я могу тебе сказать,
пожалуйста, ответь мне. Ребят, кто шарит по-китайски, напишите ему в личку, чтобы он посмотрел мое видео по-китайски или по-английски. Я хочу с ним связаться. И пусть он мне отпишет. Давайте я прямо сейчас напишу хай на видео. Хай. Братан, просто, пожалуйста, отпиши мне, потому что я про тебя снял видеоролик. Ну что ж, мои дорогие друзья, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кент АПК. Также обязательно подпишитесь на мой канал и на мой второй канал, потому что там тоже выходят каждый день новые видеоролики. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем пока.